Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол номер один между правительством Азербайджанской республики и правительством Турецкой республики о внесении изменений в соглашение между правительством Азербайджанской республики и правительством Турецкой республики о взаимном освобождении от виз, подписанное 25 февраля 2020 года в городе Баку. В документе определен перечень документов для пересечения границы в рамках безвизового путешествия для граждан Азербайджана, путешествующих в Турцию. Это следующие документы: дипломатический паспорт Азербайджанской республики, служебный паспорт Азербайджанской республики, общегражданский паспорт Азербайджанской республики, удостоверение личности гражданина Азербайджанской республики, документ Азербайджанской республики, удостоверяющий личность моряка, удостоверение личности работника железнодорожного транспорта при движении в составе бригады из 9 поездов, удостоверение личности летного состава, свидетельство о возвращении, оформленное на гражданина Азербайджанской республики. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.